Порадует ли лето календарное теплом и какими будут приближающиеся выходные? Синоптики не дают оптимистичных прогнозов. На субботу, 30 мая, объявлен оранжевый уровень опасности. На большей части Гродной области ожидается усиление северного, северо-восточного ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Ночью обойдется без осадков, а вот днем прогнозируется кратковременный дождь. Температура воздуха прогреется лишь до плюс 15-17. В воскресенье ждать приятной погоды синоптики тоже не советуют. В воскресенье на большей части территории области сохранится сильный ветер порывами до 15-20 метров в секунду. Ночью и утром ожидаются временами дожди. В отдельных районах возможно также грозы. Днем местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью будет плюс 9-14, днем плюс 15-20. Первый день лета обещает быть недождливым. Ветер северо-восточный, днем до плюс 20 градусов. Однако синоптики предупреждают, что климатическое лето вместе с календарным придет едва ли. И желанного летнего тепла придется еще подождать.